У нас тут дуже цікава йде розмова, поки ми виходимо в ефір, я так спеціально помовчую. Найцікавіше, воно завжди відбувається поза ефіром. Сашко та гурт «Сальто назад» разом з Ваньком Клименко, продюсером «Рокоділа». Ви прийшли до нас на ранковий ефір, раді вас вітати, хлопці. Всім привіт. Скажіть, як воно було у вівторок, зранку, після пасхальних свят, прокидатися? Нормально. Мы, ну, как-то рано встаем всегда. Да, я у меня... вообще работал вчера, поэтому у меня рабочий день. Ну, что, я тоже чуть-чуть работал. А чуть-чуть со скольки? С тобой. Допомагав ему? Не, я на студии, мы вчера записывали вот новый сингл, да? Работали на студии, вот. Ну, это такая работа в мега удовольствие. Ну да. Вам ваша робота в удовольствие? Да. Да, ну, ну, розкажіть про ваше останнє задоволення. Це ми знаємо, що у вас вийшов новий трек, який називається, зараз я знаю, що він про маму, про те, як потрібно її слухатися. Мати казала ось назва цієї пісні. Отож, головний її меседж, ну і зрештою, які успіхи у цієї пісні, чи плануєте знімати на неї кліп? Да, расскажу немножко. Получается, что мы эту песню уже готовили давно на самом деле, и она была абсолютно другой, то есть она прошла, то есть она называлась вообще «Замриенный», потом она стала еще другой, в ней три раза менялся текст, другой, да, припев. Другой припев, но она вот наконец-то переродилась в «Маты казала», почему-то у нас постоянно тянет на песни про маму, и ее посыл о том, что как бы не забывай свои корни, как когда-то говорила Каста, помнить о тех ценностях, которые нам прививают с детства. Просто на самом деле как бы самые основные ценности, они очень простые, но они забываются со временем. И вот об этом посыл песни. Мы запустили сейчас там на ряд радиостанций, медиапорталов. Клип будем ли снимать? Скорее всего, не будем. Почему? То есть мы впервые решили просто попробовать выпустить сингл. Мы просто всегда выпускаем сингл с клипов, а вот мы решили просто клип не всегда как бы... Мы сделали для себя такое умозаключение, что иногда песня с клипом, а клип иногда чуть-чуть отвлекает от песни. И если находится, да, если находится супер идея, то стоит снимать клип. А снимать клип ради того, чтобы снимать клип, это не очень правильно. А лирик-видео? Не, ну у нас там есть какое-то видео в Ютубе, да, мы сделали какую-то гифку там, то есть мы сделали какой-то фотосет и из него намонтировали гифку. Ну, достаточно, я так понимаю, долго была работа над этим треком, именно сколько создавалось? Месяца 4, наверное. Ну, как для трека это долго. Ну, мы так обычно всегда делаем. Ну, это не только над этим, мы работали в плане, ну, и над другими тоже. Просто именно релиз этой песни так получился. Не, ну а сколько? Ну, мы его сделали. Ну, хорошо, а давай, если так конкретно расскажи, сколько мы над этим треком работали, если ты говоришь. 4. Не, ну вот если прикинуть, мы... Я к тому, что мы же не только его делали. Ну, еще и параллельно что-то было. Параллельно у нас были другие, мы доделали. И так как мы его закончили, мы вирішили именно сам его выпускать, правильно? Ну, потому что он единственный готов. Ну, слушайте, а что еще? Мы так делаем, и треки такой шкалой растут. Чик, этот победил, он быстрее всех сделали. Ну да, да, ну, наверное, как-то. Ну, а потом все равно мы как бы выстраиваем. Ну, мы его реально 4 месяца. Но это не самый большой рекорд. Самый большой рекорд – это песня «Невмию». Помнишь, мы ее делали 6 месяцев. Да, ну да. Это у нас уже был перерыв. И так и назвали, не вмію, потому что не могли сделать это дуже довго. Да, но это тоже за 4 месяца в нем 3 раза менялась аранжировка, менялся текст 2 раза, менялись вокальные партии, менялись музыканты. То есть мы даже... Тобто и склад группы теж. Мы только гитару записали с 2 или с 3 музыкантами и постоянно ее меняли, выбирали тоже несколько партий баса с разными басистами. Ну это такой же перфекционизм.
цинизм, я бы сказала. Ну, наверное, да. Наверное. Вот Ваня как раз с этим любит грешить. Перфекционист, да. Доводить все вообще до идеального, может, по полгода. Ювелирного блеска. Да, ювелирный блеск музыкальный. Ну, мы дальше будем проще. То есть мы решили, да, это такой вот, надо от этого... Вы, мне кажется, вы так сказали, но все равно будете стараться. Не, я на самом деле вот сейчас... А вчера я заметил, даже как мы вчера быстро записали, я даже удивился. Или мы его еще будем переписывать? Потому что ты так очень быстро... Я на самом деле попутешествовал немножко, и вот я вдохновился очень Тель-Авивом. Мне нравится, как в Тель-Авиве музыканты и вообще деятели искусства, они относятся ко всему очень легко. Там есть вот такой легкий арт, то есть есть такой, скажем, фристайл во всем, да? И это, наверное, у художников. Это прям такой подход у многих деятелей арта Тель-Авива. Я не знаю, чем он связан, но он связан с такой очень легкостью и простотой, как бы, вот, как мне объяснили, они не пытаются, как бы, вылизывать все до идеала, а делают, вот, ну, чтобы это было реальное творчество, а не какая-то конъюнктура. Вот, и поэтому я очень вдохновился этим подходом и надеюсь, что наши новые песни это будут... Такой художественный подход, можно сказать. Да. Наброски будут создаваться с таким подходом. Вот. Ну, сейчас мы попытаемся. Вот мы сейчас стараемся не вылизывать, а как оно есть, так и есть. Как долго ты хотел, Саша, что-то я тебя перебила? Я просто про Тель-Авів заговорили. Да. Просто я чомусь теж згадав про Тель-Авів, тому що учора і позавчора був Великодень, і зрештою там знаходиться храм Гроба Господня. Ну, не в Тель-Авіві, в Єрусалимі. В Ізраїлі, в самій країні. Ось так ти мене спіймав на гарячому. Ми там на моїй помилці. Там, коли подорожували, що окрім того, що ти стежив за місцевими музикантами, як вони працюють над своїми треками, чи звертав ти увагу, зрештою, на саму країну і найбільше те, що запам'яталося з цієї подорожі? Да, ну я вже 3 рази там був, на самом деле, і от, скоріше всього, скоро ще раз буду. Мене просто там вдохновила вот эта музикальна тусовка, я туди їжу з ними тусуватися і напитуватися якоюсь там творчою энергии. Но там много, там вообще все круто. Там и Иерусалим, да, и старый Иерусалим, вами перечисленный гроб Господен, там прекрасное энергетическое место, невероятное. Затем... А записочку поклав? Стіну плача. Не поклав, але був, коли стіни плачу, да. Потом Мертвое море, это тоже прекрасное место, очень такое магическое. Вот мы там снимали клип для других артистов на Мертвом море. Затем... Но самая крутая тусовка – это Тель-Авив. Все-таки не Иерусалим, а именно Тель-Авив, как для меня. Потому что это такой вот... там творческая молодежь тусуется. Там тусуются именно музыканты, причем многие известные музыканты. Я затусил там с Army of Lovers, так получилось последний раз, да. Ну и не только, там очень много музыкантов, клипмейкеров. Там тусил, опять же, с одним клевым фотографом. Он говорит: ну все, ребята, я ухожу, мне рано вставать, ко мне утром Мэрайя Кэрри приезжает, мне нужно фоткать, да. Вот, и там все. Вот там, он очень маленький, да. И получается, он как маленький райончик, в котором тусят все. Все музыканты, клипмейкеры, там деятели культуры. И у меня просто там друзья хорошие, которые как раз, так, скажем так, в топовых арт-кругах тусят. И они меня со всеми знакомят, и мы там за вечер можем там в 3-4 компаниях побывать. Ого! Вот, да. И поэтому там клевый такой international connect получается. Долго бы, но я так понимаю, что это все-таки была и отдых, и рабочая поездка. Ну да, у меня всегда так получается. Прекрасно совмещать. Представляете, как классно. На цей рік 2018, ты куди плануєте подорожувати, якщо є на це, звичайно, час, і які ідеї з приводу? Ну, ми вместе вон едем в Грецию скоро, немножко отдохнуть. На майських. На майських, да. Вот. Ну, у меня еще будет, я еще в Берлин до этого заеду на выставку аналоговых синтезаторов. И, скорее всего, в Париж там будем снимать клип тоже для одного артиста. Ну, поскольку у меня еще продакшн, мы делаем еще там клипы, аудио для разных артистов, то я часто совмещаю, чтобы это все вместе
работала. Ну, а окремо відпочинок якийсь інколи перепадає, що отдых. Все це ось трошки... Ну, вот в Грецию. Мы, вот в Грецию, мы да, на яхтах, да. Плывем по островам и отдыхаем. Да, да, ой, что-то мне сдается, что-то мне кажется, что работа вы там тоже где-то. Не, наверное, это у нас просто подружка, она как этот, как это называется? У нас жены едут, да, какая да, работа? Шкипер, и получается, что... ей нужно как бы просто накатывать свою шкиперскую опыт, да. И она нам предлагает, и мы просто там тусой скидываемся на яхту, то есть это получается дешевле, чем да, там. Вообще. Слушай, отдых надо будет... Хорошо, сколько? Мы в следующем году набираем тур яхтинг по... Ну, давай, не говори каких-то громких. Я бы хотел... Так собрать и не, ну, группу, да, отбор. Можливо, вже хтось зараз дивиться і хотів би до вас приєднатися. Ні, це закрита тусовка, ну, ми да. просто вместе все скидаємося на аренду яхти. Сколько примерно? Ну, от ви сказали, що це дуже дешево. У кожного в голові зараз промінкнула своя сума. Ну, я не знаю, я не люблю називати якісь суми. Може, хтось посчитає, що це не дешево, але я вам потім скажу, але це реально дуже дешево. Ну, хорошо, це вот. Ну, більше 500 євро? Ні. Це менше 500 да. євро? Окей. Вот, ну, и, да. Да. В принципе, можно сету. Ну, бюджет, ну, значит, да, 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 бюджет. Может быть, по кишени. Если заранее да, еще так, да, просто мы там все грамотно делаем, надо заранее эту яхту бронировать, тогда они дешевые, мы скидываемся просто. И... Скільки вас осіб має бути на цій яхті? 8 человек. Яка програма? Ви будете просто там десь... Просто по островам путешествовать. Плисти, там каждый хаотично. День мы приезжаем на остров утром, приезжаем, разгружаемся и ходим, изучаем остров, тусуемся там, да. что-то собираем. И садимся. Какие-то скарбы, возможно, какие там найдутся. Фрукты. В Греции же везде что-то растет. Там, что он там... Мега-бюджетный отдых. Финики всякие. Да, да, да. Мы там тусовались на острове, там росли гранаты, апельсины, миндаль. Мы просто так срывали. Животные везде. Да, ну давайте поговорим про музыку. Ух, ну и про путешествия тоже классно говорить, потому что действительно они нас наполняют. И если мы не отдыхаем, если мы не путешествуем, то мы не можем потом спокойно приезжать, работать, заниматься творчеством. Вам музыка, вести эфиры нужна, и так далее. А вы часто отдыхаете? Ну, як відпускають, в залежності від того, як є відрядження і як інколи можна спланувати відпустку. Було б круто кожне півгода. Тобто вам достатньо кожен раз півгода? Раз півгода вполне. Я реже отдыхаю, но... Не, ну так, за границу, наверное, да, раз в полгода, и, ну, может, да, и раз в год, просто зимой можно и да. где-то в Карпатах отдохнуть. Ну, а так, чтобы делать хотя бы паузу, выдохнуть, мне надо хотя бы раз в 3 месяца, я беру себе хотя бы неделю. Да, Ваня просто сильнее работает. Мне надо просто хотя бы даже нигде побыть дома, но без работы, с отключенным телефоном. И больше тебя разговариваю в прямом эфире. Да, да. Ну, это я вот поэтому очень рад, что сегодня мы с Ваней. Вдвоем. Да, потому что можно відпочити. Ваня больше работает, у него больше информации, он владеет и да, он меня прям больше вытащил. Да, я его вытащил. Я редко хожу куда-то. Про наши релизы. Что я, ну что расскажу, ну вот мы готовим, скоро выйдет, все. Ну, у Вані були все це з глибини. Якщо ви, наприклад, будете в якомусь невідомому місці, десь заблукаєте, будете орієнтуватися лише по, наприклад, якимось знакам, хто буде важливим, хто буде розгадувати ці квести, а хто просто буде так пасивно прямувати? Очевидно, хто. У нас, вообще, я в свою маму немножко можу в метро там заблудитися. Ну, в метро не можу, но вот... С этой топографией у меня достаточно проблемы. Ну, давайте зіграємо в невеличку гру. Давайте. В мене тут є кілька дорожніх знаків світу. Ага. Я сподіваюся, вони через декілька секунд з'являться на нашій плазмі. І все, що потрібно від вас, це надати їм, вірніше, не так, зробити, наприклад, вибір, де б ви цей знак, наприклад, поставили б в Києві. Так, це, напевно, що ще... А, ось. Ладно. Де можна ось це поставити? Як ви гадаєте? Що це там за... Не можна тут продавати виноград. Яблуки.
А, «Яблоки», точно. И где бы ты поставил это? Ну, очевидно, в место, где... где продают яблоки? Продают яблоки. Ты хочешь везде запретить продавать яблоки? Ну, я сразу подумал про бабушек и думаю, ну... Да, а я думаю, что... Бабушкам нельзя продавать яблоки, только молодые должны продавать. Можно лучше продавать, але не жонглювати, наприклад. Ну, тогда надо хустинку дорисовать. Это вот сейчас из актуального на природе, что это зонтик, стол, а там вот это вот шашлык, и что в этом месте... Я бы, знаешь, где поставил? Где вот на Контрактовой площади этот гостиный двор, там же хотели сделать торговый центр, в итоге не получилось. Вот, вот туда, туда можно наклеить эту наклейку. Открывай секрет. Где это? Что это? Давайте так, трошечки підемо далі, тому що в мене є файлик, звичайно, з описом цих дорожніх знаків світу. Він знаходиться в Африці, я не пам'ятаю, в якій саме країні. Але це заборона нелегальної торгівлі. Це дуже просто. Просто. Так, ось це. Ну, тут далеко ходити не потрібно, вірніше повсти. Де б ви... Турецьке, да, знак. Можливо, це турецький чи румунський, здається румунський начебто. А де ви б поставили б цей знак? Я не румин. П'яний грав драку. Я би везде на остановках. Усюди, скрізь. Ну, давай так. На метро Славутич. А чого ви на метро Славутич? Ти там бачив таких претендентів? А там, ну, там багато строїтелів працюють. Тобто всі... Вечером там отаке примерно можна актуально буде поставити. Да. Вань, а ты где поставил бы? Не знаю, на выходных вечером где-то в центре Киева. После концертов можно? А, да. На Крещатике. На Крещатике. О, на выходные. Это можно даже днем сейчас поставить. Це, напевно, інколи відбувається у наших головах, коли ми просто дуже зранку прокидаємося, десь о 5-й годині. Всі, напевно, що десь себе так само відчувають. Mm. Так, ну тут, в принципі, можна не казати, що це, де це, але якщо б була така можливість, де б ви цей знак встановили? На всяк випадок. Щоб уберегти, можливо, малолітні, ще не сформовані голови. Я не хочу отвечать. У меня разные версии. Но я не... Навіть і сформовані можна. Ну где бы ты поставил этот знак? Этот. И такая пауза. А, ну понятно, тоже я. Та как-то я стесняюсь говорить. Ну що ж, сьогодні у нас дещо такий. Я скромний. Скромний ефір з Сашком Табом. Він відмовляється. Ну, це теж він має рацію на це. От ось це. Ух ти, де це? Що це може бути? Куди це поставити? Це чоловік дерева. Це людина землетрус. Куди він не ступає, тріскається земля. Де б ви це встановили? Это где есть эти ущелья, где-то в горах, ну, ты, в каньоне. Ты не можешь что-то креативить. Я бы поставил это в каньоне. Не, якщо це ми візьмемо Київ, наприклад, Поділ. Поділ, ага. Ну, добре, Київ. Київ. Ми будемо обмежувати у просторі фантазії. О, везде, где эти, на дорогах дырки. Ага, ями. Тобто вибоїни. Да. Причем тут человек. Ну, а я думаю, это все-таки человек дерева. А, значит, я бы поставил это на презентации нашего первого альбома «Дерево». Людина дерева. Мені згадалася трилогія Толкіна, Володар Кілець, там теж була людина дерева, її начебто звали Енд. Так, рухаємося далі. І ось це. Ух ти. О, круто. Даже хотелось бы попробовать. А, это прямо он в пасть летит. Инвалид летит в пасть. Крокодила. Жесть. Такие знаки. Даже такие знаки. А где бы вы поставили этот знак? Де ми поставили, ну, напевно, що на тих, хоча такого вже немає, коли, пам'ятаєте, колись ДАІ ховалися раніше у кущах на різноманітних ділянках дороги, ось там я б його встановлював. Точно, що вода вас можна. Щоб вони були, наприклад, уважними і попередженими. А я б ще це встановлював на парковках возле супермаркетів, там, де, знаєте, часто паркуються на місцях для інвалідів, що знак з крокодилом. Хто там паркується, того з'їсть.
Крокодил, точно. Я крокодил-інвалід. Є ще? Да, да. Є ще, але давайте, напевно, що ух, ну, такого от утренній у нас Саша набрав где-то такі унікальні знаки, він класно, спасибо. Угу. Ой, ну, в принципі, где ми можемо вас в ближайшее время услышать, где ми можемо вас увидеть, что нас ждет? 13 мая у нас будет концерт в Докер-пабе. Это, мы давно не делали концертов в Киеве. В Докер-пабе? Точнее, никогда. Вот. Обязательно приходите все. Это будет полная программа от сальто назад с какими-то по-любому сюрпризами. Мы сейчас еще там разрабатываем концепт, потому что мы... Просыпаемся. Мы в Киеве вообще играем где-то раз в год концерты, так получается, и чтобы не надоедать. И поэтому это будет такое, наверное, большое событие. Поэтому приходите обязательно. Так следите за новостями. У нас много идей и проектов. Ну, мы все их будем анонсировать у себя в социальных сетях. Ну, еще сейчас там у нас будет запуск новых артистов интересных. Тоже следите за нашим лейблом «Рукоділля». Вот, мы порадуем вас еще интересными проектами. Сейчас будет прям очень запуск очень клевого проекта, да. Такую интригу на передостанок. Да, буквально в течение месяца, я думаю, мы запустимся уже. Ваня это Клименко, це продюсер гурту «Рукоділля». Це календар сети, генский путек, чтобы все было по плану, чтобы вот в ближайшем месяце там рисунки деток, путешествий. Спасибо. Супер. Сашко Тап, соліст гурту «Сальто назад», сьогодні відпочив в ефірі «Барбіє ТВ». За нього дуже багато чого розповів продюсер «Рукоділля» Ваню Клименко. Тож бажаємо вам гарного виступу у Докер-пабі, ну і, звичайно, приємної та незабутньої подорожі у Греції, куди ви відправляєтеся. Дякую. Постьте у Фейсбуці, можливо, ми теж будемо за вами слідкувати і розводити різноманітні плітки. Як же проходить ваш відпочинок? Ви не перемикаєтеся. Що у нас далі? У нас далі за розкладом. У нас далі пауза. У нас далі пауза. А чи вийдемо ми чи ні, все можливе, тож не перемикайтеся.